Новость о возможном вхождении Южной Осетии в состав России с воодушевлением приняли и жители Северной Осетии. Глава республики Сергей Миняйло отметил, северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом, с единой культурой, языком и традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем. Работаем во Владикавказе, а дом в Цхинвале. На выходные туда или наоборот. Там, на юге, могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально.